Всем привет! И это вторая часть моего видео о личном дневнике номер 10. Кто не видел первую часть, можете зайти на мой канал и посмотреть. Я не знаю, смогу ли показать уже оставшуюся часть дневника. Может быть, успею, может быть, нет. Вот дневник. Довела его до самой последней страницы. Вот так у меня он толстый. И остановились мы с вами вот на этом развороте. Тут 14 февраля, и тут у меня находятся всякие разные валентинки. Я их все доставать не буду. Такая вот вырезка, распечатки. Это список фильмов, которые я планировала посмотреть. Из этого списка посмотрела только 4 фильма. И, если честно, то 2 из них мне вообще не понравились. Эту песню мы пели мальчикам на 23 февраля. Вот. В этот день я выступала на классной вечеринке, на школьной, ну, наш класс устроил вечеринку для нас, и я на ней танцевала. У нас тут бальные танцы, ну, кто не знал, и тут я описала все подробно, как все было. Ну, в общем-то, мне понравилось танцевать. Это был выходной день, так как это День независимости Эстонии, где я живу. И я ходила в этот день в Россию, у нас рядом граница с Россией. Я ходила в Ивангород и покупала в Экспрессе всякие разные вещи. И наклейки, и декоративный скотч вот купила. Это флаг Эстонии. Это все чеки с Ивангорода. Тут был очень... это было воскресенье. В этот день было очень много всего вкусного, мы пекли торт, и вообще-то было все очень было сладкий, был день, в общем-то. Тут песня, может, неправильно произнесу, но, по-моему, Меган Трейнер Мицу, по-моему, песня называется. Тут чеки, ой, чеки, блин, тут статы всякие разные, я выписала из интернета. 1 марта. Эта девочка мне с класса нарисовала такого дракона рисунок. Такие вот такой вот яркий разворот, вот такие апельсинчики, мне кажется, очень прикольно получилось. Ходила в магазин, покупала всякие разные одежду, всякую разную, ела мороженое. Это поздравление с 8 марта из газеты. Вот тоже. Я заболела и не пошла в школу, и я была радостная. Это был крутой день. Опять заболела, потому что, ну, не знаю, я как-то очень долго болела. И так вот я себя видела в этот день. Это чек из магазина, мне покупали платье. Это, наконец-то, пошла в школу, и мне было немножко грустно, не хотела идти в школу. Каникулы. И ходила на концерт, из газеты вырезала такую вот распечатку, вернее, картинку. Дедушка ездил в поездку. Это билеты. Чеки. Опять ходила в Россию, он город. Была генеральная уборка дома. Ну, такой странный немножко день, но он был прикольный, но немножко странный. Очень устала, я приехала после поездки Сталина, и мне еще пришлось танцевать на концерте. Я потом вообще даже не знала. Это с игрушками, купили игрушку мягкую, такая этикеточка. Опять ходила на концерт, вот тут из газеты вырезки. Цитаты, я книгу читала, и ну, вот очень интересная цитата. Смотрела фильм «Богатей», поставила 3 из 5 и «Достойный» 2 из 5. Вообще не понравился, этот фильм. Переписка, не буду открывать, тут все так заклеено. Сериал «Королёк, птичка, певчий». Я так и не так мы не смотрели его с мамой, потому что он слишком долгий, слишком затянутый. И, в общем-то, мы его решили не досматривать. Чеки. Это мы с подругой гуляли. Такая картинка. Вернее, распечатка.
Снег в апреле. Класс. Такой вот стикер. Эта бедняжка была в смеще... В сму... Я была смущена немножко в этот день. Такой вот смайлик такой. Такой не смайлик, а пандочка. Ходила на концерт с мамой, в джаз-концерт. Мне понравилось, там играли мои даже знакомые. Выступали. Это май, наконец-таки потеплело. Смотрела сериал «Великая» про Екатерину II и сериал «Екатерина. Взлет». Оба сериала мне очень понравились. «I'm alone again», потому что моя подруга заболела, я целую неделю не была в школе, я была совершенно одна. Шоу «Танцуют все» смотрела, очень понравилось это шоу. Это «Дуэна», тут дождик пошел в день, даже больше снег. Песня «Северовидение», эстонская песня «Северовидение Верона». Смотрела «Чародейки» первый сезон, поставила 5+5, «Чародейки» второй сезон 5+5. Не спрашивайте, почему я смотрела «Чародейки». Мне очень понравилось, но, как бы, да, знаю для детей мультик, но мне он очень понравился. И «Happy Birthday, мама». И все, на этом мой дневник заканчивается. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!